и теплоту, любовь, с которой она это делает. И не зря говорят, учитель приходит тогда, когда ученик готов. Видимо, я была готова, и мне попался нужный учитель, которому я очень благодарна до сих пор. Дорогая Катенька, ты для меня девочка-радуга, от которой я получила столько тепла, любви, радости. Твой вебинар «Женщина-радуга» помог мне понять, кто же я на самом деле в этой жизни? Чего я хочу? Я заглянула в свое сердце, научилась слушать тишину его. Я научилась быть в потоке жизни, радоваться всему, что меня окружает. Мне 72 года. У меня две прекрасные дочки. И я счастлива, что я на своем жизненном пути встретила еще одну родственную душу, еще одну доченьку, тебя, Катенька. Какие-то вот вселенские ресурсы, которые у меня и вокруг меня происходят, я более спокойно отношусь к реакциям людей, к каким-то ситуациям сложившимся. Вообще на людей более спокойно реагирую. То есть я обычно довольно вспыльчивая, так, мне надо быстро все сразу, ну как-то так. А тут я, ну нет, так нет, ну значит чуть позже будет. Ну как будто вот я как будто повзрослела за это, за эти 4 дня, как будто у меня такой какой-то философский взгляд, как будто мне 100 лет, я прожила уже и понимаю, что оно все равно будет по Божьему этому замыслу, знаешь. Божественный план на меня есть, ну значит не сейчас. Вот такое ко мне пришло. Вот эту нежность от вас, вот это тепло, что посторонние люди могут дарить тебе столько любви, которой я не ощущала от своих родных, близких людей. И это не улаживалось у меня в голове никак. Что просто люди, которых я не знаю, они до такой степени открыты, чисты и хотят помочь, что ведут меня за руку, которую... Руки у вас очень нежные и теплые. Я ее увидела, нашла, почувствовала, что мне надо туда. Я ни капли, ни одного дня в этом не сомневалась. И потому что я знала, что в конце произойдет что-то невероятное. И так и случилось. Потому что теперь у меня есть 2-й день рождения. Для меня это 12 мая, когда я проснулась с ощущением того, что я теперь целая, и что я теперь внутри своего тела, и что я теперь могу управлять им. И это удивительное ощущение, которое, оказывается, я никогда не испытывала в своей жизни, хотя, казалось бы, я так себя любила и так мне все нравилось в себе. Я очень счастлива, что я запрыгнула в этот поезд, несущий меня к светлому, к чистому, к сильному, к себе. К центру себя. Я желаю вам всем изобилия в жизни. Всем привет, дорогие! Сегодня у нас очень глубокое, мощное продолжение потока с настройки на себя. И я попрошу, как всегда, написать, как меня видно, слышно, чтобы технические моменты больше не отвлекали, и я могла полностью настроиться на вас. Поставьте, пожалуйста, плюсики, скажите, видно ли и слышно.
Угу, отлично, все видно, отлично. Итак, дорогие, так интересно, я уже в проекте много лет и в целом работаю очень-очень много лет с женщинами, но каждый раз, когда я выхожу на встречу с вами в онлайн или офлайн, марафоны, вебинары, живые лекции, у меня всегда сердце стучит. И если раньше я думала, что это ненормально, что я чего-то боюсь или смущаюсь, или боюсь, что-то пойдет не так, а сейчас я просто осознаю, что я живая. Я живая, и я имею полное право стучать, биться, жить. И сегодняшний эфир мне хотелось бы с этого начать, что мы все с вами живые, искренние, настоящие, очень разные и достойны проживать каждое мгновение. Итак, мои хорошие, мы с вами вчера прошли очень важный день, 5 шагов. Сегодня будет следующие 5 шагов, а завтра будет еще следующие 5 шагов. Все это вы сможете взять в свою жизнь, использовать это, применять, если оно вам подойдет. И, как всегда, я начинаю с благодарности. Спасибо вам огромное за то, что вы здесь. Благодарю вас за доверие, благодарю вас за тот путь, которым вы идете. И я благодарю свою команду, всех, кто причастен к этому проекту. У нас потрясающая команда, потрясающие женщины и мужчины. Спасибо вам всем. Без нас всех не было бы того, что происходит сейчас. А происходит сейчас исцеление. Мы несем очень большую миссию и помогаем женщинам проснуться. Те, кто заснул, те, кто не может открыть глаза, те, кто не может увидеть краски жизни, те, кто не может увидеть свою собственную силу, не может вспомнить ту самую любовь. И тема нашего марафона, она называется «Влюбись в себя», да, «Влюбись в себя снова». И скажу вам честно, я не открываю вам ничего нового, чего вы не знаете. Почему? Да потому что все, что я говорю, уже есть в вас внутри. Просто мы все забыли. Мы все забыли о своем опыте, мы все забыли о том, что мы когда-то любили себя без условий, без оценки. Если вы вспомните вчерашнюю практику, медитацию, которую мы делали в конце, когда мы шли по берегу, и океан омывал наши ноги, мы были абсолютно голенькими, обнаженными, и никому ничего от нас не нужно было, и нам ничего никому не нужно было доказывать, не было никого вокруг, с кем мы могли бы себя сравнить, и это ощущение слез. Они текли, текли эти слезы, и это было очень красиво. Спасибо вам огромное за то, что вы делились этим. Итак, мы продолжаем это путешествие. Вчера мы проговорили про внешнюю критику, мы вчера проговорили о том, как важно жить из любви, а не из страха, поговорили о том, что совершенство — это не идеальность, а совершенство — это уникальность, поговорили про нежное, чувственное, заботливое отношение к себе, да, потому что без этого как бы, ну, вообще как любить себя, потому что мы до сих пор продолжаем себя хлестать розгами порой, да, очень жестоко, жестко относиться к себе, и порой кажется, что мы сами себя держим на коротком поводке, и этот короткий поводок еще и с шипами, то есть как бы куда-то рыпнулась в сторону, где-то поленилась, где-то расслабилась, где-то съела лишнего, сразу как бы соберись, ты не имеешь права, не расслабляйся, женщина, иди вперед, ты должна победить, вперед. И вот это состояние, оно парализует сердце, о котором мы говорим, оно парализует сердечный центр, зеленый цвет анахата, почему вчера был зеленый, сегодня зеленый, нас сопровождает зеленый цвет, это цвет любви в энергетическом плане, цвет жизни, цвет природы, цвет успокоения, цвет релакса, быть может, даже замечали, что у врачей часто бывает униформа зеленого цвета, да, как бы ты расслабляешься, доверяешь. И мы еще с вами вчера поговорили о том, как создавать
свою большую мечту и не концентрироваться, не тратить энергию на свои какие-то постоянные несчастья, да, то есть можно в этом несчастье упиться этим несчастьем, да, и уйти очень такую глубокую жертвенность, да, которая на самом деле является выгодой, об этом мы тоже поговорим. Итак, мои хорошие, сразу предупреждаю, что вебинары, которые я веду, марафоны, которые веду, они длительные. Мне очень сложно вмещаться в какое-то ограниченное количество времени, потому что знаний много внутри, сердце большое, сердце стучит, и я как бы такой вот кистью размашисто рисую, чтобы уместить все. Поэтому закладывайте 2 часа. 2 часа, пожалуйста, подарите себе. Уж подарите себе наконец-то это время, да, и вчера просмотрите, если вы не посмотрели эфир, запись у вас обязательно будет. И сегодняшний эфир тоже постарайтесь не откликаться. У меня есть волшебный колокольчик, любимый колокольчик. У меня есть все для того, чтобы быть с вами сегодня в фокусе, в центре. Радуга моя стоит. Все, есть луночка, про которую я вчера рассказывала. Тоже, кстати, много зеленого цвета. Ювелирное украшение, которое идет к той самой большой комплексной программе, про которую я говорила. Итак, пойдем. Смотрите, какая у нас история происходит в мире. Что происходит с нами, женщинами, вот сейчас в современном мире. У нас есть такое ощущение внутри, внутри тела, внутри сердца, внутри мыслей, что все не так. И смотрите, я вам сейчас могу это доказать, как это происходит. Что значит все не так? Когда у нас есть человек, за которым мы замужем, наш муж или там, мужчина, партнер, то, как правило, мы всегда к нему предъявляем какие-то претензии. Да? Что-то не так. Не так смотрит, не так кладет, не так развивается, не столько зарабатывает, недостаточно заботится. Когда у нас нет партнера, у нас нет мужа, нет мужчины, у нас тоже не так. Нет мужчины, о, боже мой, одна, где бы найти мужчины, пойду курсы по завоевателям мужчин и так далее. Опять не так. Когда у нас есть дети, да, мамы поймут, у нас часто бывает все не так. О, боже, я устала, я не высыпаюсь, меня все достали. Прошу прощения за жаргон, у меня нет личного пространства, я не развиваюсь, я ушла в материнство, все не так. Или мои дети не так, они могут там где-то оскорбиться, где-то заболеть, да, это все стресс. Все не так. Когда нет детей, ну, все не так. Нет детей, не с кем иметь детей, не могу забеременеть и так далее. Не так. Когда есть работа, да, профессия, то есть опять не так. Я устаю, я загнанная лошадь. Не так. Не так. Не так. Когда нет работы, все опять не так. Да? То есть нет денег, да? Не могу найти реализоваться, работаю не там, где хочу, опять не так. И на самом деле вот это можно вот просто пойти по любой сфере жизни, по любому направлению, и всегда внутри будет вот эта вот заноза, она как будто вот у тебя под ногтем, что что-то не так. И чтобы стало так, дорогие, да, нужно в первую очередь научиться жить сердцем. И как бы это ни звучало раскидисто, да, как бы это ни звучало, может быть, даже пафосно для кого-то или непонятно, да, но мы сегодня еще больше, глубже будем погружаться в эту тему, что такое жить сердцем, где найти точку себя, где найти центр себя, да, и только после этого можно тогда увидеть свою жизнь, когда все так, все так. И если где-то что-то не так, то это не проблема, это просто решение, прошу прощения, это просто задача, у которой есть решение. Да? То есть это очень важный момент. Поэтому сегодня мы будем еще больше погружаться, и сколько я могу, столько вам дам, естественно, знания. Более глубоко, как я уже говорила, кто готов, кто видит во мне, не знаю, сестру, подругу, проводника, кто видит во мне вот этот лимит доверия, то, конечно, вы уже можете идти, а многие уже даже пошли вчера, да, на основную большую 21-дневную программу, которая так и называется, «Влюбись в себя снова». Видела, что мы уже с вами скоро отплывем, но те, кто еще не решил, вы можете подумать еще тоже сегодня. Итак, начинаем. 5 шагов, которые мы сегодня проживем, и в конце будет опять практика. Практика будет мощная. Эту практику вы можете прожить сегодня самостоятельно, да, а потом я очень рекомендую эту практику прожить с партнером. Если у вас нет партнера,
если у вас нет мужчины, то вы можете прожить эту практику с мамой или с папой, вы можете эту прожить практику с подругой, с другом, да, с ребенком. То есть в целом очень хорошо эту практику потом для раскрытия своего сердца, потому что оно там так сильно раскрывается, прям до слез. Состояние очень близкое такому, не знаю, к экстазу, что ли, к наслаждению, к растворению, когда у тебя больше нет напряжения в жизни, и тебе не надо больше сражаться, опережать, какие-то играть роли, ты просто есть у себя, и этот человек есть у себя, и вы есть друг у друга. Это очень красиво. Поэтому обязательно дождитесь конца и попрактикуем. Все эти практики, которые я даю, они рабочие инструменты, они 100% трансформируют жизнь и мою, и тысячи женщин, которые проходят через наш проект «Женщина-радуга». Но прежде чем я начну с первого пункта, первого шага, я хочу, чтобы вы поделились, дорогие, тем чувством, с которым вы сегодня пришли. Это важный момент. У нас всегда есть ритуал, есть традиции. Мы делимся тем чувством, с которым мы пришли. И обязательно ставьте рядом город, даже если вы вчера ставили, сегодня опять ставьте. Это для того, чтобы мы географически, да, географически соединились и усилили друг друга. Усиление друг друга – это потрясающая вещь. Да? Кстати, в вчерашней программе, о которой я говорила, большой 20-дневной, у нас тоже будет часик между участницами, вы тоже там сможете усилять друг друга. Итак, что я сейчас чувствую? Что я сейчас чувствую? И где я сейчас нахожусь? В какой точке географической я нахожусь? Важно, чтобы вы не писали от ума или не писали о том, что вы думаете, что вы так себя чувствуете, а прям конкретно почувствуйте, проживите и напишите. Вообще, я очень рекомендую, вот пока мы еще не коснулись этих пяти шагов, когда вы встречаетесь с другом, коллегой, партнером, там, да, родственником, не спрашивать у него, как дела, а спрашивать у него, как ты себя чувствуешь или что ты чувствуешь. Это совершенно другой уровень общения, и вы вытаскиваете из него действительно его включенность в жизнь. Он включается, ого, какой необычный вопрос, что я сейчас чувствую, а что я сейчас чувствую, да? Что я сейчас чувствую? И это на самом деле большой подарок тому человеку, с которым вы взаимодействуете. Открытость к новым знаниям. Москва, радость, Бурятия, ожидание чуда, Екатеринбург, волнение, давит в груди, Барнаул, сопротивление, усталость, радость, Уфа, пустоту, Челябинск, Кисловодск, страх, беспокойство, Тверь, нежность, Житомир, какой интересный, да? Расслабление, Германия, Берлин, безнадежность, Астрахань, Израиль, привет. Скука, уныние, грусть, Саратов, с любовью, доверием, холод, Запорожье, спокойствие, чувство интереса, Тюмень, угу. Ростовская область, легкость, Харьков, Украина, Ростов-на-Дону, привет, Балашиха, умиротворение, Казань, радость, спасибо, сонливость, Латвия, Санкт-Петербург, Екатеринбург, тревога, Владимир, Калининград, Набережные Челны, я не знаю, что это за чувство. Угу, интересно. Афины, принятие ситуации. Анапа, Барнаул, Санкт-Петербург, печаль. Угу, Красноярск, Эстония, открытость, суета, беспокойство. Очень рада. Благодарю. Мурманск, угу, Москва, Челябинск, тяжело. Ярославль, мурашки, боль, Москва. Чувствую тепло, суетливость, Балашиха. У нас, конечно, вся география собралась. Ижевск, Владивосток, Владикавказ, Ижевск, Норвегия, Иваново, Бали, Ростов-на-Дону, Жаворонки, Новороссийск, Одесса, Краснодарский край. Ой, спасибо огромное, вообще вас так много, и у меня сердце наполняется все больше и больше. Спасибо огромное. Мы соединились сейчас с вами, да, то есть мы сделали такую вот коллективную энергию. На самом деле это очень важно. И у нас в клубе, в международном женском клубе «Женщина-радуга», я вам рассказывала про него вчера, про него. То есть там целый месяц идет вам в подарок, в дар. Если вы приобретаете программу «Влюбиться в себя», вам идет целый месяц в подарок участие в клубе. Вот. И в этом клубе мы каждое утро и каждый вечер мы соединяемся и делаем коллективную медитацию. Это очень сильно усиливает женское поле, и таким образом мы берем поддержку и дарим поддержку. Об этом мы тоже сегодня поговорим, о балансе брать и отдавать, потому что и там могут быть перекосы, которые уводят нас в вечных спасателей или вечную жертву. Но я бы хотела начать со следующего. Сейчас, пожалуйста, я приглашаю вас к вниманию, да, соберите в точку вашего внимания сюда. Почувствуйте, где сейчас находятся ваши ножки.
Пусть они будут теплыми, заземленными, расслабленная грудь, подмышка, челюсть, животик. Наконец-то уже расслабьте. Все можно расслабить, не нужно ничего сдерживать, не нужно казаться, можно просто быть такой, какая вы есть. Вот просто прочувствуйте вот это состояние, что вам комфортно сейчас со мной. Может, вы лежите, стоите, бежите, что угодно делаете. Главное, будьте расслаблены, пожалуйста, в доверии. Это важно, я не просто так это делаю, это не игра, это очень действенная практика, в которой пропускная способность расширяется, и вы можете больше взять, можете больше запомнить, больше можете принять, нежели чем из состояния постоянной критики, оценки меня, себя, окружения или отсутствия вообще внимания в этой точке. То есть вы тогда ничего не соберете и обесцените наш с вами разговор, да, нашу с вами встречу. Первое, о чем бы я хотела сказать, дорогие, это вот то, в чем ошибается большинство женщин. Большинство женщин думают, что когда я живу эмоционально, эта жизнь наполнена красками, эта жизнь наполнена какими-то эмоциями яркими, да, то есть я эмоциональная женщина, да, и в какой-то степени женщина думает, что это нормально, да, то есть она себе позволяет так жить, более того, что она играет в эту игру эмоций и усиливает их, раскачивая себя. Я вам скажу честно, что жить в эмоциях – это полная утопия, жить в эмоциях – это пустая трата времени, колоссальное количество затраченной энергии, да, и постоянные качели, эмоциональные качели, американские горки, расколбас и так далее и тому подобное. Да, все, что как бы нас вот так вот постоянно вот мотает. Я не беру во внимание как бы наши женские гормональные дни, это отдельная история, да, где мы можем себе прожить вот эти вот гормональные качели. Я говорю сейчас просто про эмоции, которых может не быть. И я предлагаю вам в сегодняшнем первом шаге задуматься о том, как вы проживаете свою жизнь. Сейчас каждая, пожалуйста, задумайтесь о том, как вы проживаете свою жизнь. Вот есть ли у вас такое ощущение в жизни, когда вы проживаете эмоцию, причем она может быть как негативного, так и позитивного характера? Если вы когда-нибудь уже об этом задумывались, или вот мы слышали когда-то уже от меня, то, пожалуйста, проживите это еще раз более глубоко, да, более глубоко. И посмотрите, как вы радуетесь. Вот если женщина радуется в эмоциях, она очень эмоциональная, она такая очень яркая, много от нее слов, там смех, прям такой вот будоражит энергия, то, как правило, потом идет маленький такой откат. Может быть, на несколько часов, может быть, на день и на два. Особенно ярко это заметно, когда мы что-то празднуем, когда приходим куда-то день рождения, когда что-то отмечает. Я не говорю про алкоголь, алкоголь – это вообще отдельная история, то есть любые наркотики – это тоже отдельная история, когда ты взаймы в кредит берешь энергию, а потом как бы ты лежишь, да, соответственно, ты берешь взаймы вообще годы, да, иногда десятилетия, и потом ты просто преждевременно уходишь в депрессию или умираешь. А я сейчас говорю про эмоции, без наркотиков, алкоголя, ну, как бы уже, ну, по крайней мере, мое окружение уже и так празднует праздники, так без всего этого, не нужно этого всего. И когда ты празднуешь из эмоции, ты потом выгораешь. Когда ты любишь из эмоции, то есть это любовь, как правило, очень много страсти, очень много каких-то скандалов, кипений, состояний, ожиданий, созависимости, да, в то же время, когда ты гневаешься, когда ты испытываешь гнев или раздражение, если это эмоция, извините, ты можешь даже стукнуть, убить, что-то свалить, раскрушить, накричать на самых дорогих, любимых тебе людей, на мужа, на детей, да. Вот из эмоций мы разрушаем себя, разрушаем свою суть. И я предлагаю эмоции прямо сейчас почувствовать и перевести в чувства. Вы даже не представляете, какое-то удовольствие, какое-то наслаждение, дорогие, жить чувствами. Мы можем также чувствовать любовь спокойно, очень глубоко, могут слезы течь от любви, может вот это состояние «я люблю себя», да, но не то, что «я люблю себя», да, там, «я так тебя люблю, я не могу», вот это эмоция, да, а когда ты любишь человека, ты его так любишь, ты просто одним взглядом в него посмотришь, да, и скажешь «я так люблю тебя», да, просто так тихо, спокойно, там будет столько силы, там будет столько энергии, да, что человек просто, ну, он его зальет вашей любовью, да, его окутает вашей любовью, нежели вы будете прыгать и постоянно говорить: «я так тебя люблю, я не могу что-то с этим делать». То же самое касается радости, да. Радость можно чувствовать. Радостное состояние, оно, как правило, всегда
спокойная. Вы знаете, и здесь вот у меня выходит очень классное сравнение. Помните, все, наверное, смотрели мультик «Панда кунг-фу». Просто это один из любимых мультиков у нас, дети его очень любят. И в одной из серий, я уже не помню, в какой части, панда кунг-фу учился жить через внутренний покой. То есть его там самурай, духовный учитель, учил. Внутренний покой – это то самое главное, чего ты должен прожить в этой жизни. Внутренний покой. И счастье, и любовь, и радость, и гнев, и злость – все это может проживаться через глубокий внутренний покой. И я сейчас вас попрошу, дорогие, не путать это состоянием, да, и меня нет, я ничего не чувствую, как это амеба, да, туфелька инфузория, это меня нет, да, прозрачная медуза, нет. Это гораздо глубже жизнь, гораздо ярче, гораздо вкуснее, гораздо насыщеннее, когда женщина находится в полном, тотальном присутствии себя здесь, но только через чувства. Когда мы эмоционируем, мы никогда не можем насладиться полностью той точкой, в которой мы находимся. Послушайте сейчас, что я скажу. Это очень важный момент, потому что когда у тебя эмоции, ты все свое внимание, всю свою энергию, все свое время тратишь на эмоции. Ты вся в эмоциях. Ты в эмоциях, ты проживаешь эмоции. Эмоции всегда на поверхности. Эмоции всегда находятся вот в этом эмоциональном центре, да, верхний эмоциональный центр, ты всегда здесь, там, не знаю, все что угодно, мысли, вот здесь вот состояние, голова дребезжит, да. Но когда мы чувством живем, когда мы чувствами живем, сейчас запомните, что я сейчас скажу, наше внимание, прямо даже сейчас вы можете перенести внимание, вот кто сейчас написал, например, запрос, как резкий гнев перенести в чувство, смотрите, что мы делаем. Гнев, я же говорю, что эмоции могут быть как позитивные, так и негативные, да, то есть отрицательные и положительные. Мы эти эмоции, да, эти эмоции берем и опускаем своим вниманием. У нас у всех есть дар, внимание, это дар. И если мы растрачиваем его, как вот просто раскидываем по всему миру, мы там, и там, и там, и там, а потом как бы, а где я? А меня вообще нет, потому что я вся как бы везде в эмоциях, а меня в чувствах нет. Что мы делаем? Мы собираем свое внимание себе, мы возвращаем свое внимание себе, и опускаем его в тело. Мы распределяем все это состояние эмоциональное, будь это любовь эмоциональная, гнев, гнев эмоциональный, мы собираем его в тело и распределяем равномерно по всему телу. Прямо идем вниманием просто по плечам, по спине, по позвоночнику, в копчик, бедра, грудь, животик, маточка, да, все, колени, щиколотки, стопы, кисти, соответственно, во все тело мы распределяем внимание. Вы даже не представляете, что произойдет. Произойдет просто волшебство. Просто произойдет волшебство. Потому что вот этого высокое вот этого состояния, да, оно не может больше находиться в такой высоте эмоциональной, потому что внимания там уже нет. Оно расфокусируется, оно распределяется. И это такой, я бы вам сказала, оргазм. Это оргазм жизни. Я вам сейчас говорю, такие инструменты, дорогие, не знаю, сможете ли вы найти вообще где-то их еще, да, это мой жизненный опыт, да, это опыт женщин, с которыми я работаю. И это удивительным образом трансформирует все ваши отношения с любимым мужчиной, особенно когда вы там гневаетесь, раздражаетесь, претензии. Сейчас про претензии тоже еще поговорим, у нас еще много всего будет. Когда вы, может быть, повышаете голос на своих детей. Такое тоже бывает, когда нет ресурса, когда вы устаете, когда вас все замучили, когда все чего-то от вас хотят. Да, у меня тоже такое бывает. То есть я, то есть вообще тут не святой одуванчик, поверьте, да, у меня тоже такое бывает, и у меня мужчины, да, сыновья, муж, и все меня хотят. В прямом смысле этого слова, да, все от меня чего-то хотят, да, женщины от меня чего-то хотят, сыновья меня хотят, муж меня хочет, все меня хотят, да, то есть и вот это состояние, когда, боже мой, то есть, да, мне уже как бы никуда деться, в этот момент, естественно, подходит к пику эмоции, да, то есть ты хочешь как бы вырваться оттуда, хочешь где-то спрятаться, да, хочешь отдохнуть, побыть в своем личном пространстве, выстроить с собой, знаете, как этот, помните фильм «Старый Ви»? Маленький, когда был, он был Ви, он такой себя кругом очерчивал, чтобы к нему никто не подходил, да, вот иногда тоже у женщины хочется вот так вот просто очертиться, чтобы не подходите ко мне, не подходите. Именно это происходит именно потому, что реакция эмоциональна.
А если реакция будет чувственная, да, потому что я тоже каждый божий раз я учусь. Это не значит, что я всю свою жизнь живу чувственно, и не значит, что вы сможете всю эту жизнь вот так вот сразу прям хоп, и с этого момента, сейчас он закончится встреча, вы такие стали все чувственные женщины. Нет, это путь, это не таблетка, но это очень мощный инструмент, где вы сможете сами с собой взаимодействовать. Важный момент, хорошо? Запомнили? Можете прям вспоминать панду кунг-фу, внутренний покой. Потому что многие думают, что покой – это что-то такое, покойся с миром, там, покойся с Богом, ушел на упокой. На самом деле покой – это не лежбище на диване, покой – это не лентяйство. В покое, дорогие, в чувстве баланса, да, вот это когда качели, не вот такие вот, да, там то плохо, то хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо, то хорошо, да, то люблю, то ненавижу, то люблю, то хочу, то не хочу, то хочу, то не хочу, да, то загораюсь, то гасну, то загораюсь, то гасну. И вот по жизни вот это вот как бы, ну, вот колбасня, да, ну, таким простым языком босяцким, кухонным. И вот чтобы этого не было, да, вот это состояние, когда ты уравновешиваешь эмоции в чувства, да, ты переводишь эмоции в чувства, ты приходишь в равновесие, и ты в этом состоянии никогда не будешь лежать на диване. В тебе еще больше будет пропускной способности энергетической, еще больше будет потенциала, чтобы создавать, творить, любить, отдавать, помогать, учиться. Да? То есть в этом же состоянии можно также воспитывать детей, создавать бизнесы, проекты, рисовать, пирожки печь, что хотите, дружить, любить. Это не значит покой, я, меня не видно. Тебя видно, просто ты другая. И такую женщину, когда она просто идет и чувствует жизнь, ее видно со спины, видно шлейф от нее вот этого состояния кайфа, наслаждения, присутствия. Никогда она эмоционально, да, ну как бы сразу просто женщину можно вот увидеть там, на мероприятиях каких-то, да, ну, там, на светских или там, не знаю, на свадьбах, кто как себя ведет. Да? Поэтому это первый шаг. Спасибо, что пишете, делитесь. Вообще, это очень важно, когда вы вовлечены. Для меня это, ну, тоже очень важно, мы обмениваемся с вами. И вы, когда не отсиживаетесь на галерках, да, там, типа, что тут мне тут Катя скажет? Посмотрю между делом там, да. Вот, а когда вы действительно включены, то и по-другому вам идет от Вселенной энергии, да, потому что когда вы вовлечены, и в вас вовлечены, понимаете, и знания, и путь. Следующий шаг, который я хочу вам сказать. Он важный, и мы сегодня говорим про отношения, смотрите, у нас сегодня заявлена тема отношения, отношения с собой, отношения с мужчиной, отношения с детьми, отношения с Богом, то есть это своего рода стены дома, да, то есть мы выстраивали вчера такую телеску, больше фундамента, сейчас мы строим стены, окна, чувства, созидания, сотворчества, и эти базовые вещи, которые я говорю, без них невозможно выстроить отношения здоровые. То есть если вы будете эмоционально жить, то какие бы вы ни ходили курсы, тренинги по, не знаю, как ублажить своего мужчину, как выйти замуж за миллионера, я не знаю, что там, что-то еще, то вы не сможете этого сделать, там, да, пока вы живете вот в этой... Вот в этих американских горках, да, то есть это очень сильная энергозатратная жизнь, в которой не остается вас самих. Второй путь. Еще раз, возвращаемся сюда, смотрим, пожалуйста, как чувствуют себя ножки, чтобы они были включенными, чтобы они были теплыми. Угу. Расслабляйте обязательно бедрышки. Я буду постоянно это напоминать, потому что внимание улетает, улетучивается, и вы такие где-то там вообще уже вообще забыли, что ты тут говорила, что это вообще делаю, а как марафон называется, да? Поэтому возвращаемся. Второй пункт называется «Никто не виноват в том, что ты сейчас проживаешь в своей жизни». Вы удивитесь, но вот гигантский кусок энергетического потенциала уходит туда для того, чтобы обвинять других в том, что кто-то виноват, в том, что вы не выспались, в том, что вы не столько зарабатываете, сколько хотите, в том, что вы болеете, в том, что у вас нет настроения, да, в том, что вам кто-то на ногу наступил, кто-то подрезал, то, что вы не успели, то, что у вас не такая жизнь, как у кого-то, да, что вы не живете не там, где бы вы хотели, и так далее, и тому подобное, подобное. И вот это вот каждый день формируется вот эта история
ты во всем виноват, или ну я же тебе говорила, ну я же тебе говорила, вот это женская история, да, я права. И вот это вот я, яколка, она всегда обвиняет всех вокруг, что все вокруг виноваты. И я вам скажу, что это очень выгодная позиция. Это выгодная позиция той женщины, которая не хочет брать ответственность за свою жизнь. Вот я еще раз пробую. Когда мы обвиняем всех вокруг, начиная там, я не знаю, от кассирши в магазине, которая не так взвесила или очень долго считает деньги, там, я не знаю, или там просто у нее там, я не знаю, что-то случилось сегодня, она ошиблась там, да, передала денег или дала, или просто очень долго ждете, до уже каких-то крупных историй, типа политики, экономики, фармацевтики и так далее, да, то когда вы начинаете обвинять весь мир вокруг, от самых маленьких шагов до глобальных уже мазков таких, да, то, соответственно, вы перекладываете ответственность на других. И здесь я попрошу вас, пожалуйста, задуматься, да, вот прям по-честному. Можете даже написать, где вы обвиняете в своей жизни других, только по-честному. Пусть это будет там, государство, пусть это будет ваш собственный муж, который в чем-то постоянно виноват. Бедный нечадный муж, да, более того, задавили его еще эмоциями, еще и он виноват во всем, да, вот мы на самом деле, это просто чудо, сейчас мы что будем распаковывать с вами, вы увидите просто себя со стороны, не как с чувством вины к себе, а как даже уже чувство юмора, да, мы будем сейчас потихонечку уходить от этих программ, которые мешают вам жить, которые мешают вам самим выстраивать отношения. Я во всем виню только себя. Угу. Катюш, как вовремя вас встретила, нашла простор к интернету. Спасибо. Себя во все виню. Да, это тоже обратная сторона. Это когда мы скорпионы, когда надо кусаем других, да, а иногда мы еще и себя хвостом сзади кусаем. Муж виноват, да, муж виноват. Конечно, муж виноват. Муж во всем, обвиняй мужа, муж в наших плохих отношениях, мужчину обвиняй в наших эмоциях, всех и во всем, мужа обвиняю, начальника обвиняю, мужа обвиняю, родителей обвиняю, мужа обвиняю. Часто мама вообще во всем виновата. Мама вообще во всем виновата. Папа виноват, мужа виню. Да, вот кто еще виноват? Родители виню, конечно, да. Сама виновата. Муж и политики, точно, вообще вот все, все мужики виноваты. В отсутствии денег виню окружающих. Конечно, они же своровали ваши деньги все, да? Муж виноват, да, опять муж виноват, да. За дорогом, рулю, всех виноваты, все виноваты, кто рядом со мной едет, все виноваты, да, все виноваты, да, отлично. Сестру маму виню, сестру маму, да, государство, мужа. Себя никогда не виню, хорошо, так, отлично. Дочь обвиняет всех вокруг, ей 6 лет, окей, такое уже тоже начинается. Смотрите, кого она зеркалит. Виноваты родители, конечно, не виноваты во всем. Тетя Зоя виновата. Конечно, тетя Зоя во всем виновата. Тетя Зоя виновата. Папа, бывшего мужа, свекровь, папа. Плохо понимаю, так, в чем конкретно, но точно виню. Папа, виню родителей, соседи, конечно, что они там дрелью дребезжат, сексом занимаются громко. Все виноваты. Это я, судьба во всем виновата. Пишите, родные, это так важно, чтобы сейчас вы просто увидите себя со стороны, насколько это, ну, действительно смешно, да. Так, еще, все, государство хорошо, мама сама, угу, так, мужа себя, сына виню, конечно, да, родители, отлично, маму виню, себя. Ну, короче, мы поняли, да? Собака виновата, конечно же, во всем ваших бедах виновата собака. Ретроградный Меркурий, ёж-моё, точно, ретроградный Меркурий. Ой, я не могу. Итак, мои дорогие, посмеялись, я уже хохочу в голос, да я тоже хохочу в голос. Вот. Врачи виноваты, точно, точно, бывшего мужа, бывшего, вообще все бывшие виноваты, сто пудов вообще. Мужа, сына, дочь, родителей, маму, папу, бывшего мужа, гены, широкая кость, ах, вы мои гены, ой, мои дорогие, прям спасибо вам огромное за такую широту и чувство юмора и честности, это прям, конечно, волшебно. Так вот, никто ни в чем не виноват. А как же президент? Мы забыли, никто не написал президент, вот, президент виноват, конечно, ну как же еще? Так вот, никто ни в чем не виноват по той самой причине, что есть причинно-следственная связь. Есть тот план души,
те задачи, тот опыт, который важно прожить в вашей душе, который выбрал это тело, да? Особенно тем, кто винил свою генетику, о том, кто винил свой род, свою широкую кость, там, да? Не было выбора. Не было выбора у вас, как у личности, которая сейчас видит вас со стороны, да, свои ручки, свою грудь, свою широкую кость и так далее, да? Это тот план, тот путь, тот опыт, который заказала душа, и она его проживает, да? Вы можете в это верить, можете не верить, да, но, как говорится, можете проверить через тонкое чувствование себя. Когда вы начнете чувствовать себя, а не эмоционировать, вы будете постоянно возвращаться в свой опыт, и у вас будет больше контакта со своей душой, вы даже сможете действительно с ней разговаривать, глубоко чувствовать свою интуицию, и вот это все обвинение вокруг, когда все вокруг виноваты, да, оно очень глубоко сможет быть погружено внутри вас, и вы погружены или погружено, как правильно говорится, вы поймете, что вы являетесь источником всего, что вас окружает. Я более глубоко, более подробно буду говорить завтра об этом, потому что это такие темы уже духовные, божественные, и я очень верю, что вы будете к этому готовы. Мы потихонечку идем на крышу, да, на чердак. Завтра будет прям глубоко. Но сейчас я вас хочу вам сказать, что когда мы снимаем ответственность себя, то да, мы попадаем в очень выгодное событие. Да? Лапки поджимаем. Я ни в чем не виновата. Я вообще ни в чем не виновата. Мама виновата. Да? А знаете, что еще вам хочу сказать, дорогие? Вот не было этого вебинара, марафона, не было бы проекта «Женщина радуги», не было бы всех моих огромных других еще проектов, и не было бы вообще огромного количества счастливых женщин, которые проходят через эти проекты, если бы я винила свою маму в том, что когда-то она меня, когда мне было 10 лет, что она меня отдала в другую семью после смерти папы. То есть мама просто взяла и в 10 лет ребенка отдала в другую семью. И там, в этой семье, была еще женщина не суперрадостная мне, да, в другой еще семье была еще женщина не суперрадостная мне. И если бы я их всех продолжала винить, я их винила, очень долго винила, много лет винила, да, и много лет у меня не было контакта с женщинами, как с вами сейчас, с моими подругами любимыми, да, с теми, кто проходит мои курсы. У меня не было вот этого желания чего-то вам передавать. Чего вам отдавать, если мне самой нормально все, да, все себе, да. Но я не могу ничего себе зажать, спрятать, убрать. Я всегда все делюсь. Прям приходят новые знания, я сразу чик-чик-чик-чик добавляю в свою программу, что-то новое там рождаю и отдаю, передаю. И вот если бы я не взяла ответственность за свою жизнь, если бы я не поняла, что никто не виноват, ни мамочка, ни тетя, ни папа, ни бабушка, которая тоже там определенную лепту внесла в мою жизнь, никто в моей жизни не виноват, что это просто мой опыт души. И если бы я не прошла эту закалку жизни, эти падения, взлеты, эти просто кровавые коленки там, да, и вот это все, что я прожила за всю свою жизнь, потерю родителей, потерю нашего сыночка Даника, да, то я бы не смогла научиться жить из своего центра, я не смогла бы любить женщину, не смогла бы любить этот мир. И это моя ответственность прожить это. Это моя ответственность прожить этот опыт. И про то, как важно проживать негативный опыт, мы тоже будем говорить дальше, завтра. Не буду сейчас забегать вперед, то времени не хватит огласить еще остальные наши пункты. И смотрите, мои дорогие, какой еще есть выгодный момент. Когда мы становимся в позицию жертвы, опять же, лапки такие жали, ой, ой, что это здесь? Кто это здесь? Я жертва, да, я жертва. Что происходит? В позиции жертвы очень выгодно находиться, потому что у тебя сразу ты чувствуешь власть, ты становишься заметной. Смотрите, какая история. Почему я это говорю? Когда женщина идет в позицию жертвы, она привлекает все внимание, чтобы ее пожалели, чтобы люди другие почувствовали виноватыми рядом с ней, и тогда она чувствует власть. То есть она не может любить искренне себя, наш марафон называется «Влюбиться в себя», она не может любить искренне другого человека, и у нее остается только один выход, это просто свалить всю ответственность на других, все виноваты, как мы сейчас с вами прожили, да, и стать жертвой, чтобы все к ней пришли и сказали: ну чем тебе помочь, ну чем мы перед тобой виноваты? Она такая: и это вы виноваты, и это. И здесь идет превосходство, здесь идет доминант, здесь идет чувство эго, здесь идет высокомерие, гордость, потому что другим способом мы не можем привлечь внимание. И на самом деле, дорогие, в этом кроется очень глубокая психология, психосоматика,
причинно-следственную связь с самого маленького детства. Да? Даже с той самой поры иногда бывает такое, что были такие семьи, не у всех, ну, у всех разные грани, разные причины. Просто одну из причин назову, что, например, когда родители много работали и на детей особо много внимания не уделяли. Ну, как бы они там в садике, в школе что-то по-своему там тусуются. И лишь когда человек, малыш, девочка или мальчик заболевал, у него возникали какие-то трудности, реальные проблемы, то есть, да, только тогда ему родитель дарил свое внимание, потому что он отключался, все, бросал всю свою работу, и он погружал свой фокус внимания в ребенка. И ребенок думал: о, когда я жертва, когда мне плохо, меня любят. Только так я могу заработать это внимание. И это подсознание, мы не можем это распаковать без какой-то посторонней помощи, без осознанности, без работы над собой. Мы можем всю жизнь жить вот в этом постоянном колесе сансары, обвиняя всех вокруг, поджимая лапки, снятие ответственности. Ой-ой-ой, это все они виноваты. Да? Как, сколько мы сейчас перечислили, да? Смотрите, мои дорогие, просто все вокруг друг меняют. И вот эта позиция жертвы. Да? Поэтому я вам очень-очень от всего сердца, да, вот как женщина к женщине, да, как мама к маме, если вы сейчас мама или будущая мама, да, жены, настоящие жены или будущие, бабушки, дочеря, подруги, я вам очень прошу, пожалуйста, давайте мы снимем эту виновность, что ли, да, давайте снимем эту виновность с нашего окружения, особенно самого близкого окружения. Никто не виноват в том, что мы находимся в данной точке. Никто. Более того, дорогие, я сейчас скажу еще глубже, вы сейчас просто вот, главное, попробуйте воспринять, чтобы эта информация не так сложна для вас была, да, тот человек, которым мы обвиняем, например, маму, да, вот я, например, обвиняла маму, мама меня недостаточно любила, недостаточно грела, отдала меня, бросила, там, начала там, другими мужчинами жить, потом начала пить очень страшно и в итоге умерла, да, пропала без вести. То есть я ее винила, потому что она меня бросила, я винила, что у меня не было ее поддержки. Но когда я начала вообще работать с этим, да, работала я очень много, да, ну действительно много-много лет, я начала вот этот копать кружок. А почему мама такая была? У мамы же бабушка была, мама не горюй, как говорится, да, бабушка такая там была, а папа какой у нее был, мой дедушка, а у них какие были бабушки, а прабабушки, а их предки, а та цивилизация, о прошлой жизни, а там, не знаю, а наши какие-то интересные дарвинские истории. И в итоге мы эту претензию говорим не своей маме, а тому самому первому какому-то существу, которое вышло из моря когда-то и стало какой-то там, не знаю, туфелькой инфузории, в которой произошла там вся эта наша божественная эволюция, понимаете? То есть она же тоже сама как бы не виновата, вот она такая: сейчас я хочу сделать больно своей дочери, потому что мне нечего делать, мне скучно. Понятное дело, что это все происходило от того, что ей внутри было больно, ей делали больно, ей бабушки делали больно, той бабушке делали больно, и это из поколения в поколение, из жизни в жизнь длится. И по сути, все, что происходит, это очень красивый божественный узор. И лишь снимая вот эти обвинения, чувство вины, чувство жертвы, когда уже нет разделения «есть я», а «есть ты», когда есть уже действительно «мы», и мы понимаем вот этот танец всех нас, как мы взаимодействуем, как мы являемся частью целого, как мы, Адам и Ева виноваты, конечно же, Адам и Ева виноваты, конечно же, яблоко повесили, блин, там, нюх, вырастили сад, то когда мы понимаем вот это красивейшее сплетение взаимозависимости, красоты отношений, когда мы пазлик, мы все пазлики одной картины, да, то есть вот этой глобальной божественной игры, происходит просто катарсис, освобождение от своих программ, освобождение от своей претензии, освобождение вот этого, что с чего я начала. Муж есть не так, мужа нет не так, дети есть все не так, муж, дети нет все не так, постоянно все не так, не так, не так, не так, не так, не так, все виноваты, да. И сейчас уже происходит очень большая работа, вы сейчас почувствуете, мои дорогие, сейчас уже происходит у каждой из вас инсайты. О, это очень замечательно, да, потому что они сейчас чувствуются на тонком плане, что это происходит, да, и вы сами это можете внутри себя почувствовать, да. Если у вас есть инсайты, то напишите плюсики, чтобы я понимала, чувствуете ли вы то, о чем я говорю, и насколько это для вас полезно, насколько вы действительно проживаете, прочувствуете, что я вам сейчас говорю. Напишите, пожалуйста. Прошло минут 50 минут кайфа. Да, мои хорошие. Итак, идем дальше.
Третий пункт, спасибо, как. Спасибо огромное, да. Благодарю, что созвучно, благодарю. Угу. Очень хорошую фразу вы написали. Я до завтра хочу это... Мне надо записать. Вы написали хорошую фразу, что Господь все контролирует, нам нужно только расслабиться. На самом деле все немножко не так. Сейчас я запишу себе, чтобы я вам это рассказала завтра, потому что Господь как Господин, а мы как рабы Божьи, этого нет. Есть лишь один Бог и Творец, это мы. И да, Он действительно всем рулит, Он все чувствует, а наш ум жмет на тормоза. И завтра об этом поговорю. Очень важная тема. Чтобы не забыть. Итак, мы идем дальше. Третий шаг. Третий шаг называется «Богатые тоже плачут» или «Займись своей жизнью». «Богатые тоже плачут» или «Займись своей жизнью». Что это значит? Возвращаемся сюда. Возвращаемся из наших плюсиков. Вы еще больше плюс. Возвращаем внимание. Прошу вас, чтобы вы были здесь. Внимательно выслушайте, что это такое. Займитесь своей жизнью или богатые тоже плачут. Что это такое? Дело в том, что нам сложно выстроить отношения с собой, нам сложно выстроить отношения с любимым мужчиной, с нашим супругом, с нашими детьми, с друзьями, с начальником или подчиненными своим внутренним Богом. Нам сложно выстроить из-за того, что мы думаем, что трава у соседа зеленее. Наш фокус внимания направлен куда угодно, только не на свою жизнь. И я здесь вас как бы призываю, прошу, опять же, как женщина женщине, пожалуйста, займитесь своей жизнью. Нам нужно прекратить уже залазить носом в другие жизни и там сравнивать себя с этими жизнями, да, голливудскими парами, вот этими лосками в Инстаграме, да, потому что за каждым фантиком, да, богатый тоже плачет, когда вы смотрите, что где-то какая-то жизнь роскошная, благополучная, какие-то красивые отношения, за каждым фантиком внутри есть либо гнилая начинка, не соответствующего фантика, либо если этот фантик, начинка соответствует фантикам, но там, дорогие, такой труд, там столько люди всего сделали, вы даже можете себе представить. Окажется, что ой, как им все легко дается, ой, как туда. Вы знаете, опять же, вот когда моя судьба складывалась, и за мной следили люди вообще за моей эволюцией, за моим ростом, за моим материнством, вот поехал на конкурс «Миссис Вселенная», и впервые в истории конкурса в России заняла призовое место. Там, кто ты вообще, Катя Платко, да? Ой, там, родила там троих детей и сохранила свою форму. Там, типа, ой, так все легко, там, ой, сейчас то-то и то-то, ой, там вышла замуж, такой муж красивый, ой, у нее такой проект красивый, ой, как ей все легко дается. Ну, вы даже не представляете, какой за этим стоит труд. Во-первых, это труд жизни, это невероятное испытание, это просто, ну, как бы, ну, каждый раз это как будто, ну, умирание, да, то есть все было, даже не хочу перечислять, что сейчас было, да, у нас у каждой было много всего, но за этим всем стоит очень большой труд. Но мы смотрим на верхушку маленького айсберга, вот на такую, и слюни у нас текут, вот у них-то все легко получается, да, или, вот они такие, а я не такая, у меня трава желтая, у меня трава вообще не растет, да, вот у них все получается, а у меня нет. И вот когда мы снимаем фокус с других людей и перестаем им завидовать, перестаем обвинять в их собственном счастье, потому что зависть – это тоже, когда мы завидуем другим людям, я знаю, что мне многие завидуют. Более того, некоторые даже пишут так искренне: «Катюш, я тебе завидую, помоги мне убрать эту зависть». Да? То есть до такой степени человек вырастает, он не может. Я завидую тебе вот всегда, что ты делишься, что ты так живешь, что ты такая яркая, такая красивая. Там дети, муж, все хорошо у тебя. Да? Ну, я действительно, у меня все очень хорошо. Да? Я безумно люблю свою жизнь, я безумно счастливая. Да? И я тебе завидую. Что мне делать своей завистью? А я понимаю, что пока она завидует, пока кто-то завидует, пока к вам кто-то завидует, пока вы кому-то завидуете, мы себе ограничиваем вот этот поток. Опять же, пропускная способность энергетическая, да, любви к себе, принятие себе, достоинство, что мы с вами вчера проходили, она равна нулю, даже минус. Поэтому здесь очень важно всегда понимать, что богатые тоже плачут, там, не знаю, красивые тоже плачут, успешные тоже плачут, не знаю, многодетные мамы тоже плачут, я не знаю, бездетные мамы тоже плачут. Знаете, кто-то думает, многодетные мамы, которые уже там, помните, какая-то обезьянка с дергающим глазом из фильма,
каждом маленьком ребенке, вот это, да, вот такая сумасшедшая мамочка, которую просто все разодрали, этих огромное количество детей, она завидует, например, какой-нибудь бизнес-вумен, у которой нет детей, и которая только посвящает себе там салону красоты. Вот этот бизнес-вумен завидует той женщине, которая уже просто вся в детях, она не может просто забеременеть мужчину, найти, она уже готова плюнуть свой бизнес, просто уйти домой и просто быть дома, да, в теплом пледе, с чаем, просто с детьми, окутаться ими, понимаете? И это постоянно. Это значит, что мы не живем, не ценим свою жизнь и постоянно растрачиваем внимание на чужие жизни. Поэтому я вас прошу сейчас уже посмотреть, где вы смотрите на других и завидуете, да, можно смотреть на других и расти, да, то есть как бы есть уже учителя, которые чего-то достигли в этой жизни, да, то есть вы совершенствовались в чем-то, преодолели что-то, да, и они чему-то могут действительно вас научить, но если вы смотрите на них как вот у тебя есть, а у меня нет, и мне от этого плохо, а если вы смотрите, что если у тебя есть, значит я могу это сделать, да, значит у меня получится, да, как бы вот это как пример, да, это классно, это другая, даже это не зависть, это даже не белая зависть, это просто как понимание того, что в конце тоннеля есть свет, да, понимание того, что когда ты выйдешь из родового канала, ты увидишь свет и объятия мамочки с папочкой, да. Вот этот момент очень важен, поэтому богатый тоже плачь, да, или займись своей жизнью. Поэтому занимаемся своей жизнью, смотрим на свою жизнь, ценим ее. Помните, как мы вчера говорили, что такое совершенство, да, совершенство – это не идеальность, какая-то идеальная картинка где-то у кого-то, да, попы идеальные, не знаю, сиси идеальные, не знаю, карточка банковская идеальная, а это уникальность, в чем твоя уникальность, да, в чем твоя уникальность, в чем твоя уникальность семьи, в чем твоя уникальность профессии. Вот это важный момент. Слезы осознания. Катя, благодарю. Спасибо, Айгюль, большое. Хочется вас обнять. Благодарю, Мариночка. Спасибо огромное. Спасибо. Очень-очень-очень благодарю вас. Для меня тоже это большая поддержка, когда я чувствую от вас вот этот... вот эту обратную связь, и я не доросла до такого уровня, честно вам скажу, я не буду, далеко не буду, когда я просто отдаю, и мне там вообще все равно, что там будет, я просто отдаю, я просто свет, я честно говорю, я собираю ваши вот отзывы, вашу обратную связь, и голосовые сообщения, и текстовые сообщения, и видеосообщения, и ваши слезы, и ваши благодарности, вот я собираю как маленькие перышки в свои крылышки, вот каждый раз я нанизываю на крылышки, чтобы мне дальше лететь, чтобы мне дальше их раскрывать, потому что у меня же тоже бывают разные ситуации, да, иногда ничего не хочется делать, иногда хочется куда-нибудь спрятаться, да, но в целом проект живет, потому что живете вы этим проектом, понимаете, он бы не существовал, не было бы «Женщины радуги», не было бы Кати Платков в том амплуа, в котором она есть, не было программы «Влюбиться в себя», да, «Зеленого цвета», «Анахата», которую я вам презентовала вчера, не было бы всего, если бы не было вас. Поэтому спасибо вам огромное, дорогие. Итак, мы идем дальше. У нас с вами еще 4-й, 5-й пункт и практика. Возвращаемся сюда. Я очень прошу, когда вы возвращаетесь, вы можете это использовать тоже потом в своей жизни. Смотрите, когда вы чувствуете, что вы расфокусированы, когда очень много дел, там, задач, эмоций, да, когда очень много эмоций, каких-то переживаний, я ничего не успеваю, или в целом где-то в прошлом, в будущем залипаете, то постарайтесь вернуться в одну точку, вот сюда. Просто постарайтесь, вот просто вот смотрите, оп, и вот сюда. Можно делать акцент на сердцебиение, да? Просто возвращайтесь, у вас должна быть точка внимания, либо на сердцебиение. Вы можете еще делать, там, как дыхание у вас идет из носика. То есть нам нужно на чем-то заикариться, да? То есть я возвращаюсь сюда в сердце, вжук, собралась, вжук. У меня просто ведущий энергетический канал Анахата, как я уже говорила, да? Именно поэтому я в прошлом году написала эту программу «Влюбиться в себя». Я расскажу чуть попозже еще разочек, кто не слышал, и еще как раз для тех, кто принимает сейчас решение. Итак, мы идем дальше. Четвертый пункт может показаться для кого-то невозможным. Четвертый пункт может показаться для кого-то эгоистичным. Четвертый пункт может показаться для кого-то каким-то наглым, высокомерным, холодным. Но, опять же, делюсь только исключительно из того, что этот пункт сделал со мной. И уже как бы с огромным количеством женщин, кто применяет этот путь, этот метод. Что это называется?
Это называется путь сепарации. Выход из семьи. Выход из семьи. Что это значит? Дело в том, что когда мы начинаем входить в отношения с мужчиной, да, соответственно, потом у нас уже больше становится я и он, мы. Когда у вас рождаются детки, уже я, он и мои детки, да, или там, может быть, у вас есть очень сильная пуповина с родителями до сих пор, да, может быть, с родителем живете и так далее, и тому подобное. То есть вот четвертый пункт, он говорит о разделении. Что это такое? Казалось бы, как можно женщине разделиться, отделиться от семьи, от детей, от мужа, да, от работы, от профессии. И впервые я попробовала, на самом деле, это недавно, этому чуть больше года, этому моему личному методу, да, возможно, его кто-то уже давно придумал, и все его, может быть, делают, но как бы меня не доходило вот этого вообще, как это вообще, разве мне можно? О чем я говорю? Я тогда еще была на Шри-Ланке, это был 2019 год, и мы с Димой вместе уже много, уже больше там 9 лет, что-то такое, там когда-то у нас будет какой-то ритуал. И вот тогда еще, ну, это было около 8 лет примерно, да, или сколько-то 7 лет. И все эти годы я никогда не отделялась от семьи, то есть я никогда никуда не уезжала одна, не оставляла детей. А так как у нас 3 ребеночка рождалось подряд, то есть это беременность, кормление, беременность, родокормление, беременность, родокормление, и в какой-то момент у меня произошло уже довольно-таки жесткое такое выгорание, и я взяла билеты на самолет из Шри-Ланки и улетела одна. Малыш еще был на грудном вскармливании маленький, в Берлин, в Германию, на какой, на женский ретрит. Сексуальный причем еще. Вот. И этот момент, когда я вышла из дома, я иду такая, у меня паспорт один, да, не паспорта всех семей, не всей семьи, а один паспорт. У меня свободные руки, один чемодан, один рюкзак. Я иду, и у меня уже начинаются вот эти вот очень мощные трансформации переживания, когда я села в такси, уже поехала потом в самолет, пересадка. Я все эти дни, я 5 дней была в Берлине, и все эти 5 дней, то есть я ходила на ретрит, и остальное свободное время я просто ходила, гуляла, 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 гуляла. И у меня произошла очень точная точка перепрошивки, что вот она. А кто я без мужа? А кто я без детей? А кто я без моей работы, без профессии? Кто я отдельно? Кто я? И это было на самом деле как очень тяжело, так и очень радостно, потому что вот это ощущение, упс, и опоры нет, и тебе нужно опираться на себя. То есть этот метод сепарации, он дает очень мощную опору на себя. И этот выход из семьи, я считаю, нужен каждой женщине. Периодически делать определенные выезды на 2 дня, на 3 дня, на 5 дней, на неделю. Вот такие вот подготавливать пространство, естественно, да, потому что я там еды наготовила, няня у нас была, да, то есть я все приготовила. Я, конечно, переживала, но у меня не было чувства вины, что я плохая мать, что у меня там остался годовалый ребенок, что он там будет бутылочку есть, а не грудь, или что-то там случится, он будет тосковать, или у него там шрам на всю жизнь остался. Я этого прожила уже долгие годы. И вот потом я делала еще раз такой выезд из Шри-Ланки, уезжала в Подмосковье, потом я уже и в Россию мы вернулись, и в Россию регулярно уезжала. То есть примерно я сейчас уезжаю где-то раз в 2 месяца, я ухожу из семьи. Прямо ухожу, я снимаю себе отель или какую-то квартиру посуточно и ухожу, все. То есть более того, все марафоны, все какие-то большие проекты, вебинары я тоже веду одна, ночую одна. И это ощущение потрясающее, когда ты можешь отделиться от химии семьи и почувствовать свою химию. Потому что когда ты живешь с человеком, ты спишь с ним в одном постели там, или в разных постелях, у вас начинается винегрет. У вас начинается винегрет. И ты и картошка, ты и свекла, ты и морковка, ты и соленый огурец, ты и масло там подсолнечное, оливковое, ты все. А кто ты во всем этом винегрете? Кто ты во всем этом винегрете? И вот когда ты себя отделяешь, мои хорошие, даже если у вас нет семьи, да, то есть, возможно, у вас есть связь с работой, с которой вы себя отождествляете, которую я юрист, я пекарь, я, не знаю, топ-менеджер, я бухгалтер, я коуч, я там, да, когда вы от всего себя отделяете, если у вас семьи нет, просто семья, она самый-самый притягательный, как бы такой баланс салата химии, с которым вы перемешиваетесь, и вы уже не знаете, кто вы, как бы вы везде, как бы я и дети, и муж, и жена, и мама. И вот эти сепарации, они очень важны. Каждый мой отъезд
всегда выносил меня на точку выше, на ступень выше, на ступень выше, на ступень выше. Но позволить себе это сделать довольно-таки непросто. Позволить себе это сделать довольно-таки непросто, потому что там возникает все. Да, они без меня не справятся. Да кто ж меня заменит-то? Да? Ой, что-то случится без меня. Ой, я плохая мать. И вот эти вот как бы мысли, да, опять же, какие мысли? В первом дне, в первом пункте мы что говорили? Мы говорили о внешнем критике. Все эти внешние критиканы, которые сейчас внутри нас, они являются не нами. Кто-то нам навязал, мама, папа, там, не знаю, родители, муж собственные, друзья, журналы, передачи, да, что там женщина не может выезжать из семьи, ты, все, все, короче, ты уйдешь, всем все пропало. И вот этот момент, четвертый пункт, он очень важен. Почему это важно? И почему это важно для отношений? Потому что потом женщина возвращается каждый раз обновленная. Каждый раз обновленная приезжает женщина. Каждый раз она другая, живая, любимая, отдохнувшая. Но другая, у нее глаз по-другому светится, у нее кожа другая. То есть она может там стиль в одежде себе поменять. Она, оказывается, подумает, что, блин, все, что я носила, оно было не мое. Оно было какое-то, может, более практичное для семьи там, и так далее, и так далее. Я помню, у меня такой момент был, мощнейший просто инсайт, мощнейший инсайт. Это было давно. У нас был еще сынок Даник жив. И вот до Даника, до семьи, у меня всегда была такая одежда очень... яркая, модная. Ну, я всегда была не в моде, скажем так, а в своей какой-то, в своей радуге, короче, какой-то своей истории, которая выделяющая очень сильно, да. И вот всегда был какой-то стиль, всегда на меня обращали внимание. И когда я родила, у меня еще не было опыта, у меня постоянно были какие-то майки вытянутые, чтобы можно было тянуть, там, покормить, там, да, какие-то волосы, что-то какое-то обычное, бесформенное, там, животик еще не убирался. Я какая-то мамзель, мамаша такая. И я этого даже не увидела. То есть я полностью приняла химию как будто материнство и потеряла как бы вот свою как бы красоту. Смотрите тоже, да, какая красивая тут мамзель. О-о, изящная. Я сегодня тоже в стиле зеленом. И мне одна девушка пишет. Девушка написала мне близкая, которая могла мне это сказать, не обидеть. Она сказала: Катюш, ты стала выглядеть типа, ну как это, мама Чоли, я не знаю, как это, кухарка, мамашка там, да. Ты немножко потеряла себя. И она сказала мне это с такой любовью, не то, что там, ну, чтобы мне потом как бы заноза такая, знаете, иногда скажут там, типа, ты что, выродилась, как эта бабка там, да, и сразу как, блин, у меня нет чувства стиля, я плохая, а именно с любовью сказала. И у меня был такой инсайт, я говорю, боже мой, я посмотрю свой гардероб, у меня все эти футболки какие-то мамские с этими, с доступом к груди, ничего красивого. И я очень сильно тогда пересмотрела этот момент, и уже последующие свои как бы роды, когда пришел Ян, второй сын, когда пришел Аким, третий сын, я уже как бы дети детьми, дети детьми, кормление грудью, животик животиком, а я у себя есть, все. Вот. Так что, мои дорогие, это очень важный момент, сепарация от себя, да, выход из семьи, вот именно разделение. Итак, идем дальше. Светланочка, меня муж никуда не пускает, как быть? Ну, здесь уже важно действовать своего центра, то есть у него, значит, нет своего центра. То есть когда настоящая любовь между мужчиной и женщиной, то ты все делаешь для того, чтобы человек был свободен. Ты все делаешь для своей жизни, чтобы твой партнер был свободен. Вот у меня Дима, он говорит, если у тебя когда-нибудь упадут крылья, я умру. Да? То есть мне так важно, чтобы ты летала, мне так важно, чтобы ты своими проектами занимала, была свободная. И я тоже, да, то есть я очень много об этом пишу тоже. И, кстати, я много об этом пишу в программе «Влюби себя снова», как важно партнеру давать эту свободу, да. То есть вот эту свободу он и тусил, он и там и под утро приходил, когда я была беременна, да. Он постоянно сейчас он в командировке ездит, что хочет, что творит, да. То есть у нас вообще не такое, ты когда будешь, ты где, хочешь... с ребятами там туда пойти, там футбол, там, не знаю, баня, теннис, господи, сноуборд, что, куда хочешь, то... я счастлива, когда счастлив он. Поэтому, Светлана, просто обратитесь, пожалуйста, внимание на то, какие у вас отношения, да, то есть, скорее всего, там есть какая-то созависимость, какая-то есть драма, какая-то есть эмоция, вот это все, ты куда не пойдешь, я останусь один, как и без тебя, да, то есть, какие у вас отношения, да, может, у вас отношения как бы, ну, немножко с перевесом. Да, 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 мои хорошие. Итак, мы идем дальше. Следующий, пятый пункт, очень важный.
очень важный, и после него я хочу сразу сделать прям для него же практику. Но прежде, чем я о нем расскажу, я хочу вам еще раз, пожалуйста, презентовать свой продукт, свой проект, который написала я в 2020 году через очень мощные потоки сердца, со слезами, с радостью, с такой передачей от женщины к женщине. Этот проект называется «Как влюбиться в себя снова». И я хочу вам презентовать немножечко его красоту. Посмотрите, пожалуйста. Секундочку. Итак, смотрим. Итак, мои хорошие, это программа, которая называется 21-дневный курс «Влюбись в себя снова», или же он еще называется «Любовь к себе», «Путь от ума к сердцу», «Анахата». Все это про безусловную любовь, когда мы учимся любить себя снова. И как я вам вчера говорила, сейчас есть потрясающая возможность, когда вы покупаете не только с хорошей ценой, с хорошей скидкой, да, то есть полноценную глубокую трансформирующую программу, вы еще и получаете один доступ к женскому клубу «Женщина Радуга» и получаете авторское украшение. Я вам еще раз его покажу. Очень красивую радужку Луну, балансирующую женскую энергию, с красивыми мешочками, с лавандой, серебряная. Итак, курс «Влюбись в себя снова». Курс «Влюбись в себя снова». Полюбить и принять себя, обнаружить свою уникальность. Да? Я считаю, что это... Ну, я не люблю слово «долг», но на самом деле это путь каждой женщине. То есть пока ты себя не полюбишь, не примешь и не увидишь свою изюминку, а может даже мешок изюма, ну, тебе сложно вообще жить. Сложно. Ты постоянно будешь опираться на костыли чего-то внешнего, потому что внутри тебя будет дыра и пустота. Это возможность перестать винить себя и других, обижаться, освободиться от страхов, претензий. То, что мы сейчас говорили, дорогие, в программе это обнажается, углубляется на еще более такие, более взрослые, да, более осознанные уровни, когда мы можем уже с помощью практик, с помощью методик, последовательных шагов уже проработать это. Если сейчас мы с этим познакомились, то дальше уже нужно с этим что-то делать, понимаете? Дальше уже нужно с этим делать что-то. Просто знать об этом недостаточно. Мне хочется всегда, чтобы книга, которая была прочитана, она была использована, да, поэтому если вы сейчас какие-то знания прочитали, прослушали от меня, да, то потом их важно использовать, и я вам предлагаю это делать вместе. Поэтому научимся управлять своими как раз эмоциями и чувствами, да, учимся глубже чувствовать себя и понимать по-настоящему, быть любить и быть любимой. То есть там все-все-все про любовь, про эту тонкую энергию, которую очень сложно описать. Вы знаете, очень просто продавать, там, не знаю, одежду, не знаю, очень просто продавать какие-то продукты, апельсин, мандарин, очень просто продавать какие-то батончики, там, не знаю, сыроечки, очень просто продавать даже курсы по питанию просто продавать, но продавать любовь к себе невероятно сложно, потому что поймут только те, кто действительно понимает вот эту глубину, вот этот смысл единственный в жизни, потому что без него никуда. Без любви невозможно питаться правильно, без любви невозможно родить ребенка такого, такую душу пригласить и так воспитать его. Без любви невозможно иметь тот уровень энергии, без любви невозможно говорить то, что ты чувствуешь, самовыражаться, творить, петь, танцевать. Без любви невозможно чувствовать интуицию своей жизни. Невозможно. И вот смотрите, к чему может привести жизнь без любви, да? К чему может привести жизнь без любви? Это страдание, это боль и, соответственно, апатия, равнодушие. То есть такое состояние бессмысленное, как будто у тебя нет смысла. То есть ты не понимаешь, для чего ты живешь. У тебя уровень самооценки равен плинтусу, даже ниже, подвальному состоянию. Да? И поэтому потом нервные срывы, панические атаки. И, как я уже всегда говорила, быстрый выход из тела через какие-то болезни серьезные. Какие изменения тебя ждут через 21 день курса? Смотрите, как красиво, да? Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. На самом деле это все сферы жизни, все энергетические каналы, все чакры, можно так сказать, все цвета радуги. Обретает смысл жизнь, то есть ты понимаешь, что в твоей жизни есть большие смыслы, смыслы, ты живешь с огромными глубокими смыслами, не просто жизнь, пустышка, там, родился, женился, влюбился и ушел, а твоя жизнь наполнена смыслом, и я считаю, что это очень важно. И большинство, на самом деле, депрессии, дорогие, скажу вам сейчас важную вещь, большинство кризисов среднего возраста возникает именно из-за того, что
Когда человек выполняет свою программу, садик, школу, институт, там, замуж вышла или не вышла, там, да, квартиру купила, то а что потом? То есть это есть в программе, а что потом? Что потом тебе делать? И потом человек теряется, потому что он шел по программе, он шел в рамках, а потом-то что? И вот здесь начинается самое интересное. Вот здесь начинается самое интересное, а здесь начинается поиск себя, истинно себя, настоящее себя, отшлифовки себя, да, от алмаза к бриллианту. Поэтому здесь мы укрепляем отношения с близкими, да, мы влюбляемся в себя снова, я повторяю это слово снова и снова, потому что нет ничего ценнее этого. Мы учимся заботиться о своем теле, это важный момент, мы учимся заботиться о своем теле, мы видим в нем действительно тот самый аватар души, домик души, да, дворец для души, такое сокровище, о котором действительно важно любить и важно относиться к нему с нежностью. Повышаем уровень энергии, да, и обретаем внутреннюю силу. Вообще, дорогие, моя задача вот в каждую женщину впустить вот эту прям, вот эту вот энергию, чтобы она обрела внутреннюю силу, чтобы она почувствовала свой вот этот глубокий потенциал, когда я могу опереться на себя. Да, могут быть учителя, да, можно опереться на мужа, да, можно опереться там, на родителей, но когда всего этого нет, где есть ты? И вот здесь приходит навстречу как раз своя любовь к себе, тем мы и занимаемся. Конечно, мы все, дорогие, рождены, тут много отзывов, мы все рождены в любви, вот, и даже когда сперматозоид попадал к маме в яйцеклетку, все равно папа испытывал что? Папа испытывал экстаз, мама испытывала экстаз, мы все рождены любви, просто мы об этом забываем, дорогие. Это 21 день глубокого, но мягкого погружения, это важный очень момент, да, то есть есть тексты, есть видео, авторские практики, задания, да, дни тишины. Вот, и смотрите, здесь целые 3 недели. Это много, дорогие, это много на самом деле. И я сейчас вам открою еще небольшой кусочек программы, вы увидите, как она выстроена, чтобы вам уже понимать, чувствовать, насколько это вам комфортно находиться будет в вашем собственном домике. Потому что когда вы внутри, вы как будто у себя в домике. Первая неделя, вторая неделя, третья неделя, да, любовь к себе, чувство, эмоции, и я выбираю жить в любви. Посмотрите, сколько здесь всего, да. Здесь место силы, забота, практики, молчание сердцем, природная красота, природная красота. То есть мы открываем свою природную красоту. Это то, что нам дано было в природах. И то, что мы забыли, увечили каким-то способом, либо сравнением себя с другими, либо плохим питанием, да, потому что то, что дано было в природах, это то, что дано было в природах. А то, что, извините, мы с вами иногда делаем с телом, это уже другая история. И нам важно будет из состояния любви вернуться в эту красоту, вернуться в эту легкость. Не методом принуждения, методом наказания, методом пытки, диет, а методом любви. Это совершенно другие трансформации. Поэтому здесь мы будем более честными с собой и с близкими. Честность – это просто number one, скажем так, да, фундамент. Больше начнем доверять себе и миру, без доверия тоже никак. Да? Мы будем как раз отличать эмоции, чувства, работать с этими, будем проживать боль обязательно, будем идти в страдания обязательно. Почему? Потому что многие думают, что жизнь – это какой-то вот всегда вот этот успешный успех. Да? Не прожив, запихнув в кладовку то самое чувство, которое мешает тебе стать счастливой и радостной. Одна свеча догорела, сейчас зажгу вторую свечу. Тоже зеленая. Смотрите, какая красивая. Маленький Будда. Я даже зажигалка зеленая. Боже мой. Вообще сегодня так у нас поддерживает пространство. Вот. Поэтому много-много-много всего на этой программке вы узнаете для себя. Я даже не могу назвать эту программу, на самом деле, дорогие, потому что это истинное путешествие. Пусть она онлайн, но вы сейчас увидите, как оно выстроено, и поймете, почему я говорю. Здесь много всего красивого. Не знаю, сможете ли вы сейчас просмотреть. Да, но здесь целых на 5 минут о том, как она тут родилась. Ну ладно, сейчас чуть-чуть попозже вам покажу. Вы, наверное, прослушаете уже сами. Смотрите, под вот этим видео, которое вы смотрите, есть кнопочка. И в этой кнопочке вы уже можете открыть самостоятельно сайт в отдельной вкладочке и уже посмотреть более глубоко. Тут я красуюсь, говорю о том, кто я. Вот, и содержание программы я уже сказала. Важный момент. Вот это украшение
в подарок дается серебряная, здесь она на черной ниточке, на самом деле на цепочке, я вам еще покажу ее, вот она на цепочке, я вчера в нем не была, сейчас вот показываю. Сейчас стоимость программы 10500 всего, и плюс есть рассрочка 50%, есть чат с участницами курса, 21 день, 14 обучающих видео, 25 практик, ой, заданий, 10 практик, да, доступ к курсу 100 дней, то есть всего получается 121 день. Ну, это как бы вот эти вот, скажем так, внутри противоречия, да, которые у нас есть, но если они у вас возникают, если вот вы сейчас читаете и вам резонирует, то я вам честно могу сказать, что вы точно получите результат, что 35 – это точно не поздно, да, вот, поэтому все у нас получится, и принять свое тело, и можно действительно любить себя без усилий, можно любить себя без условностей. Отзывы о курсе я вчера читала, и сегодня, опять же, могу зачитать немножко, да, но в целом это довольно-таки большое количество женщин по всему миру, которые уже прошли этот путь. Смотрите, вот здесь, когда вы зайдете к себе на курс, оплатить курс, сейчас, секундочку, что-то мне не заходится, у вас выскочит такая форма, и здесь нужно будет написать Gmail, имя, фамилия и телефон, и оплатить. После этого, дорогие, смотрите, что у нас происходит. Вы попадаете на такую страничку, я вам сейчас сразу напишу, потому что мне вчера многие писали в директ, где перейти к частичной оплате, как оплатить карты, там то-то и то-то. Смотрите, вот здесь все очень-очень-очень просто. Вот зелененькое – это перейти к частичной оплате. То есть вы сначала оплачиваете 5250 рублей, всего 5250 рублей, дорогие, как иная цена платьишка, половина платья, да, и… А здесь такая инвестиция в себя, такой подарок себе. И остальное вы уже до открытия 11 урока. Здесь можно оплатить картой. И здесь есть робокасса, всякие разные другие варианты, которые вам как бы будут уже интересны. Вот. Также для тех, кто за границей, у кого есть иностранный банк, то у вас на страничке как бы нам не видно, как бы кто на территории Российской Федерации находится. А те, кто находится где-то в других местах, потому что я видела, там была и Германия, и Норвегия, у вас будет еще PayPal возможность. Вот, мои дорогие, поэтому это важный момент, сейчас возвращаюсь к вам. А, вот я еще хочу вам показать такую вещь, смотрите, пожалуйста, пока мы еще с вами здесь, сейчас, секундочку. Вот это кусочек программы, она на самом деле гораздо больше, это только второй день, как влюбиться в себя снова. То есть вам приходит видео, и вам приходит задание, смотрите, здесь очень просто, задание «Глаза Бога», «Не любовь к себе», очень красивые иллюстрации, забота о себе, уже практики, практика обниманий, практика сила объятий, задание касания с любовью. То есть в каждом дне у вас довольно-таки насыщенная практиками жизнь. И вот таким образом, если вы видите, слышите, я не знаю, видно, слышно то, что здесь идет звук, вот. Здесь я рассказываю, приветствую вас в каждом дне. Каждый день у вас есть мое приветствие, то есть по 30 минут, а то и больше. Да? Программа насыщенная, большая, я бы сказала, даже огромная, вот, но комфортная для прохождения. Итак, мои дорогие, я возвращаюсь к вам. Надеюсь, меня видно, надеюсь, меня слышно. Так. И мы переходим с вами дальше. Мы переходим с вами дальше. Сейчас, секундочку, не могу собрать я эту штучку. Угу. У нас с вами еще пятый пункт. Угу. Я вернулась к вам. Я надеюсь, меня видно, слышно. В Челябинске есть клуб? Есть, у нас везде есть клубы, дорогие, это просто вообще невероятно. Мне 40, я уже купила, решила, что это то, что мне нужно. Спасибо огромное. Вчера был отзыв от 72-летней женщины, она просто плещет энергии после курса. Да, это потрясающе, да. Для 50-летних точно не поздно. Можно ли по любимому цвету предположить, какая чакра приоритетна? Не всегда. Все зависит от того, откуда у вас этот цвет, навязанный или ваш. Это тоже важный момент. Я иду с вами, оплатила, спасибо за такую возможность. Юленька, спасибо огромное. Я очень-очень рада. Очень рада. Так. Угу.
чем отличие этого курса от модуля Анахата в «Женщины радуги»? Это переименованная программа, это и есть Анахат, это зеленый цвет радуги, влюбиться в себя снова. Она так, это и есть зеленый цвет радуги, да? То есть моя мечта — написать программы ко всем цветам радуги, но пока идем неспешно, пока столько, сколько энергии дано, то и происходит. Так, надеюсь, меня слышно. Почему вы решили создать этот курс, Анюш? Почему я решила создать курс? Потому что я не могла его не создать. То есть то, что происходило в 2020 году, если вы помните, что это год перехода, очень мощный год для трансформирующих, для всех, мне так сильно открыло сердце, ну, до слез. То есть там все другого уровня: дружба, любовь, отношение к себе. И пошло огромное количество знаний отсюда. Я просто их записывала, и каждое видео, оно там по 30 минут примерно, иногда по 40 минут, иногда по 25 минут. И перед каждым видео, практически перед каждым, я там рыдаю, потом останавливаюсь, потом записываю, да, после этого видео опять рыдаю. То есть очень сильно открылось сердце, это такой поточище глубокий, да, что мне одно, его много. Вообще тех знаний, те, которые у меня есть, мне одно и много, понимаете? И если у меня есть такой дар через тело, да, через свою внешность, через свою анахату, вишудху, через голос, да, транслировать, передавать, меня слышат, меня слушают. Ну как я имею право все это себе загребсти в чулан, да? И поэтому написана программа, потому что она шикарная, она вкусная, она честная, она прям вот от женщины к женщине. Поэтому я буду безумно счастлива, да. Я даже по белому завидую, кто проходит в первый раз эту программу, потому что она действительно исцеляющая. Итак, мои дорогие любимые, мы проходим дальше. У нас клубы есть везде, просто у нас не каждому городу привязаны кураторы, ну, потому что мы все-таки пока еще не совсем всемогущие. У нас много кураторов, много городов, много стран. Но если вдруг в вашем городе нет куратора, мы просто объединяем с ближайшими городами. Понимаете, да? Это важный момент. Итак, мы идем дальше. Возвращаемся сюда. Надюша, какие результаты мне ждать от курса? Получу ли я реальные изменения в жизни? 100% да. Реальные результаты, дорогие, реальные результаты, это ваше состояние, в котором вы будете просыпаться утром и в котором будете засыпать вечером. В каком качестве вы сама проживете эту жизнь. Я не очень люблю, если честно, вот эти результаты. Вот вы там будете с мужем, я не знаю, заниматься сексом там каждый день, не знаю. Или вот ты похудеешь на 5 килограмм. Это вообще не про меня история. Я про состояние, потому что неважно, сколько вы будете заниматься сексом, неважно, сколько вы килограмм похудеете, важно то, что вы при этом чувствуете. И анахата, она открывает сердце. Вы начинаете чувствовать эту жизнь, каждое свое движение, каждый укус клубники там или яйца, завтрака, да, вы чувствуете по-другому запах мужа, вы чувствуете запах свой по-другому, вы чувствуете по-другому свою профессию, да, смех своих детей. Вы начинаете просто жить, понимаете? Вот это и есть. А какие результаты? Вы начинаете жить. Много ли вы можете отдать для того, чтобы вы просто начинаете жить снова? Не выживать, не страдать, не эмоционировать, а жить. Вот, это результат. Самый лучший, самый мощный. И вы мне потом еще напишите. Вы мне еще напишите после прохождения курса. Я вижу, что вы уже многие туда идете. Мы начинаем уже в следующий понедельник, поэтому вы мне напишите после программы, что вы прожили. Еще приедете ко мне, найдете меня, обнимете. И какой мне подарок еще привезете, типа конфеты. Вот. Но на самом деле в этой шутке только доля шутки, потому что те, кто проходит, женщины, они меня просто ищут, потом выискивают, звонят, благодарят, приезжают, потому что, ну, настолько сильно переполнено сердце, то просто даже одной там строчки в директ недостаточно, да, то есть Катя как бы, вот была жизнь до, а сейчас есть после, понимаете? Вот вообще, вот это вот все, и я такая, сижу, реву, какая-то белуга просто. Это очень красиво. Конечно, я потом встаю, еще делаю, потому что как бы, ну, это такой мощный поток. Итак, мои дорогие, идем дальше. У нас с вами уже полтора часа. Как я уже говорила, закладываем два, но на самом деле мы уложимся, наверное, может быть, чуть поменьше. Пятый шаг. Все, кто остался, спасибо. На какие-то вопросы я еще постараюсь, может быть, в конце ответить, на что не ответила. Катя, в 28 лет мне дойдет? Конечно, ну что вы, Линуза, конечно, вообще возраст не важно. Вообще иногда встречаешь таких душ, там 16 лет просто уже такая кладезь, такая мудрость, а иногда бывает и в 50. Алло,
кто там, все вокруг виноваты. Не-не-не, какое развитие. Эх, ваш онлайн-проект, все в одном, лишь бы деньги заработать. Поэтому тут возраст вообще не важен. Вообще не важен возраст. Важно лишь внутренняя готовность. Все, хочу, не хочу, откликается, не откликается. Просто сейчас почувствуйте, откликается и не откликается. Есть два положения жизни. Но посерединке не бывает. Оно либо да, либо нет. Откуда у вас только позитива и энергия, как солнышко? С одной стороны, я пришла такая в эту жизнь, а с другой стороны, я научилась быть такой. Я научилась ценить эту жизнь, я научилась ценить каждое мгновение, потому что я не родилась в идеальных условиях, я не прожила в идеальных условиях, чтобы обесценивать эту жизнь. Из-за того, что были моменты тяжелые в жизни, то есть тогда, когда сейчас жизнь такая комфортная, приятная, любимая, желанная, то есть я ее ценю просто в десятикратно, может быть, чем обычный человек, понимаете? Это все вот в этом сравнении. То есть когда ты, грубо говоря, не ешь, то потом тебе кусок хлеба, просто ты смотришь на него и молишься, да? Или когда тебя уходит, когда у нас умер Даник, то есть представляете, как я ценю то, что у нас есть сейчас Яна Ким. Представляете, это, многие просто не ценят родители просто элементарно того, что у них есть дети, уже начинаю чувствовать. Вот я сейчас не эмоционирую, вот это сейчас чувство, потому что у меня сердце прям, вот, это другие состояния, они очень глубокие, поэтому так. Итак, идем дальше в пятый пункт. Важный пятый пункт. Возвращаемся сюда. Чувствуем ножки. Чувствуем бедра. Расслабляем животик. Обязательно расслабляем челюсть. Расслабляем межбровку. Просто вот как бы такое состояние очень приятное, расслабленное. И пятый пункт. Пятый пункт, он основан на равномерной отдаче и на равномерном приятии. Что это значит? Итак, дорогие, не перенаправляйте свое внимание. Сейчас давайте возвращаемся сюда. Что это значит? Смотрите, когда мы неравномерно отдаем, то мы являемся некими такими спасателями. То есть нам нужно обязательно заслужить любовь или стать видимыми, чтобы нас поблагодарили, чтобы нам сказали, что ты молодец, что ты хороший, если ты кому-то помогаешь. Помогаешь родителям, потому что это твой долг, помогаешь детям больным, потому что это твой долг, и тогда тебе скажут, что ты хороший, или ты сам тогда почувствуешь, что ты хороший. Да? То есть если ты помогаешь вот из этого состояния перекоса, ты не можешь себя чувствовать живой, нормальной, здоровой, красивой, успешной, да, ты не можешь себя чувствовать полноценной и достаточной, если ты не помогаешь, то вот эта вот отдача у тебя идет из искажения, то есть я помогу, тогда я почувствую себя живой. У меня такое было, потому что когда был мой папа живой, он был старшим сыном в своей семье, у них было 6 детей, и он всегда всем помогал, всем, продукты, вот этими сумками, все таскал, всем, короче, помогал, вот просто вот всех содержал, помогал, возил и так далее, и папа для меня был как бы пример вообще, просто какой-то, Робин Гуд, я не знаю, да, вообще просто какой-то удивительный человек, сейчас он для меня таким является в поле, он всегда у меня есть, и я скопировала его проекцию жизни, и дошло до такой степени, что я не могла уже приехать потом к бабушке, к его маме, если у меня не было денег. То есть если я не могла ничего с собой привезти, пакет с продуктами, там, деньги, я не могла приехать. То есть я не могла просто быть внучкой, я просто не могла приехать, понимаете? И вот это состояние, когда ты не можешь себя чувствовать просто Катенькой, просто, не знаю, никем, вот просто на ручки залезть, да, вот как к родителям иногда, нам нужно обязательно их становиться их родителями, да, вот, и они уже становятся в роли наших детей, мы не можем чувствовать себя полноценно, пока им чем-то не поможем, долг не отдадим, да. Это состояние имеет очень сильный перекос. Или наоборот, есть другая ситуация, когда человек только в себя всасывает. Всасывает, мне мало, дайте, вы мне все должны.
мама мне должна, папа мне должна, муж мне должен, вообще муж всем должен, да, вот сейчас напишите, пожалуйста, интересно тоже, куда у вас перекос, вы либо спасаете, либо вам все должны, напишите, я всех спасаю там, да, я спасатель, или мне все должны. Обычно муж нам всем должен, он должен нас обеспечивать, он должен нас защищать, он должен... мамонта приносить, да, он должен, вообще он должен развиваться, как я развиваюсь, он все мне вообще должен, родители мне должны, любить меня должны определенным способом, не так, как они меня любили, да, дети мне должны, дети должны быть послушными, дети должны быть удобными, мне все должны, да, вот этот вот долг тоже как бы мне, дайте мне, я хапуга, это как вот такой бегемот, открывает рот, ему туда батоны кидают, ему все мало. Поэтому и там перекос. И здесь вы тоже можете, знаете, как еще почувствовать, например, что вы больше любите, дарить подарки или брать подарки, да, дарить подарки, спасаю, мне все должны, я спасаю, мне все должны, я спасатель, я больше спасатель, и то, сейчас мы поговорим об этом, спасатель, спасаю, угу. Много у нас спасателей, да, спасатели 50 на 50, угу. Спасатель, мне должны, чаще отдаю, угу. Как бабушке 10 лет не ездила, да, много очень спасателей у нас перешло, да, спасателей очень много у нас на самом деле есть, и на самом деле женщина русская, она больше вот в этом спасателе, но там идет еще и как бы чувство долга, и мне все должны, потому что когда я спасаю из чувства долга, то есть у меня проекция какая, если я должна всех спасать, то и меня должны спасать, понимаете, то есть смотрите, какая здесь закономерность, мы никогда не будем относиться к своему мужчине придирчиво, если мы к себе так не относимся, только если мы к себе относимся придирчиво, да, так вот требовательно, да, как насильник себя насилуем, то и другого человека мы также насилуем. Поэтому если мы живем вот в этом чувством долги спасателя, мы всех спасаем, то мы тоже думаем, что нас тоже должны все спасать, да. То есть такая получается история. Что в этом балансе нам важно понять, что в этой ситуации нам важно понять, что и спасать, и принимать, и давать, и брать. Это абсолютно равнозначная история. И сейчас мы с вами попробуем сделать очень классную практику. Смотрите, что мы с вами сделаем. То есть в идеале важно 50 на 50, многие из вас написали, да, отдавать и принимать 50 на 50. Но поверьте, это очень редко, когда так бывает. Обычно это искажение. Вот я всю свою жизнь спасала всех. Братьев своих старших спасала, да, потому что у них очень такая жизнь странная, и до сих пор я им помогаю, да, младшая сестра. То есть я, ну, сейчас я уже не как спасатель делаю, потому что раньше я спасала чувство долга, а сейчас я это делаю, потому что я просто их, ну, люблю и просто хочу это дело сама, да. Спасала всех, кого только можно, вот просто все. Потом у меня был какой-то период, что мне должны. Если я красивая, то мне мужчина должен вообще мне обеспечить светлое будущее. Вот. Все к моим ногам, принцесса. Да? Но на самом деле это все пустышка, это все тоже игра ума. И опять же проекции ваших, скорее всего, родителей, какие-то сценарии, которые не являются вами. Да? Вспоминаем первый день, вспоминаем внешних критиков. Сейчас я вас попрошу сделать следующее. Сейчас эту практику, которую мы с вами сделаем, вы ее потом, пожалуйста, повторите с вашими любимыми людьми, да, то там с мамой, с папой, с мужем, с детьми, ну, взрослые, если там, ну, как взрослые, там, с определенного возраста, можно же такие практики делать. Ну, то есть, например, с младшим сыном, с двухлетним, я такое не сделаю, он не поймет. Со старшим уже, наверное, попробую. Итак, берем левую руку, угу. И в этой руке сейчас спасатель. В этой руке сейчас спасатель. Эту руку положите, пожалуйста, на сердце и просто почувствуйте, как вы всех спасаете. Я думаю, что вы делаете это, как правило, из чувства долга. Вы всех спасаете. Вот просто почувствуйте в этой руке энергию, которая свойственна этому состоянию. Это важно делать именно на уровне сердца. Мы сейчас это переводим в чувство. Мы начинаем чувствовать спасателя своего внутреннего. Вы всех прям представляете эти картинки, там, что вы там делаете. Деньги даете, подарки дарите. Там, кому-то что-то постоянно, там, не знаю, советами спасаете. Да? Прям вот вы спасатель. Вот этой рукой в груди вы всех спасаете. Вот прям посмотрите, они вокруг вас всех стоят. Глазки можете прикрыть. Вот все ваши, кто они там, подопечные, жертвы, кто они вас. Вы всех спасаете.
особенно тех жертв, про которых мы говорили, которым выгодно быть жертвами, да, вы их спасаете, и они от этого чувствуют свою власть, потому что вы их спасаете. Это прям вообще, это просто садомаза у нас, человечество садомаза. Будем сейчас избавляться от этого. Вы спасатель. И чувство долга, скорее всего, вы всем все раздаете. Раздаете свою энергию, раздаете свое время, раздаете свои деньги, раздаете свое здоровье, раздаете свою красоту. Все раздаете. Спасатель. Спасайте всех, прямо и спасайте. И почувствуйте это состояние. Скорее всего, оно будет с таким надрывом. Таким с надрывом таким. Угу. Теперь я вас попрошу убрать эту руку, опустить ее вниз и положить правую руку на сердце. Правая рука – это тот человек, который принимает. Тот человек, который живет и принимает все. Принимайте. Принимайте, только принимайте это из состояния вот сейчас искаженного, то есть мне все должны. Это важный момент. Принимайте состояние искаженного мне все должны. Мне все должны. Вот такой небольшой как бы претензии. Мне все должны. Мне должен муж, должен там что-то мне дать, обеспечить меня, защитить. Мне дети должны, они должны определенным образом как-то вести. Родители обязательно должны меня по-другому любить, по-другому ко мне относиться. Они должны меня понимать, они должны меня поддерживать. Друзья меня, мне должны поддерживать меня обязательно. Меня должны все понять. Мне должны все помочь. Прям вот почувствуйте, вот эта рука такая вот. Мне все должны. Мне вообще все должны. Такая вот претензия, жертва. Угу. Убираем руку. Теперь берем опять левую руку. И сейчас мы делаем это из состояния чувства. Я дарю. Я дарю подарки. Я дарю подарки, я люблю дарить подарки. Я получаю это удовольствие. То есть, заметьте, это не состояние «я спасатель». Это другое состояние. Оно тоже на отдачу. Обязательно попробуйте это. Вот, что я сейчас делаю? Это не спасатель. Это вы также отдаете только через состояние «я делаю это». Я хочу, я дарю подарки, я получаю от этого удовольствие, я дарю, я отдаю, пожалуйста, берите, я отдаю, вот я вам сейчас отдаю, я вас не спасаю, я вам ничего не должна, я хочу это делать, мне нравится это делать, я отдаю вам, берите, всем, кому надо, берите, я отдаю. Вот прям вот это почувствуйте, я отдаю, вот прям все отдайте всем, кому нужно, папочке, мамочке, отдайте. Заботу, поддержку, детям, мужу, друзьям, отдайте. Отдайте, кому сейчас это нужно, прямо в поле своем представьте, кому нужно сейчас, нужна ваша поддержка. Ваши деньги, отдавайте, не жмойтесь, отдайте с любовью. Угу. Отдавайте, отдавайте. И сейчас опускаем ручку и кладем правую руку теперь, другую. А теперь принимайте. Не как мне все должны, а принимайте с кайфом, принимайте заботу мира, принимайте, что вас любят, что вам можно. Вы разрешаете себе позаботиться другим о себе. Вы принимаете подарки, вам комфортно, вам дарят деньги, вы берете, говорите спасибо, мне очень приятно, я этого достойна. Не из этого состояния, ой, что это, я что, мне можно? Да ладно, не надо, себе оставь, тебе нужнее. Берите, вам можно. Принимайте. Забота природы, забота родителей, забота мужа, забота деток, забота подруг. Все о вас заботятся. Вам дают вот на все ваши нужды, вот сколько вам нужно, берите. Сердце горит, чувствуйте, берите. Берите. Вам можно сейчас, забирайте. Обязательно примите эту заботу. Сочувствие, сопричастность, эмпатию, время других людей. Берите, берите, вам можно. Угу. А сейчас я вас попрошу взять две руки, положить их обе на сердце, и в этих руках, в левой руке вы отдаете, дарите подарок с чувством благодарности, а в правой руке вы принимаете
эту заботу с чувством благодарности. И у вас сейчас одновременно или одновременно, как это правильно, грамотно говорить, у вас сейчас идет полный баланс, 50 на 50. Попробуйте прожить прямо сейчас честно-честно, сделайте вот эту кайфушную практику, когда вы и отдаете, и принимаете одновременно 50 на 50. Прямо проживите ее сейчас. И отдаете, и принимаете. И отдаете, и принимаете. Если хочется выдохнуть через рот, выдыхайте. Это должно быть очень приятное ощущение без перекосов. Такая жизнь в балансе, в чувствах, в гармонии, в ощущении радости. Когда вам радостно дарить, радостно принимать, радостно помогать и радостно, когда вам помогают. И возвращаемся сюда. Тяжело сердцу, когда рука спасателя, когда мне все должны. Сразу комок в горле правой рукой. Прямо так, да. Вы знаете, это ощущение, которое мы с вами прожили, вы можете его еще раз попробовать дома самостоятельно, потом обязательно сделайте его с партнером. С партнером это просто бомба, потому что у нас в партнерстве, у нас сегодня день отношений, да, всегда искажен этот баланс, он всегда искажен. Либо женщина очень много отдает мужчине, да, либо она очень много от него потребляет. И то же самое мужчина. Либо мужчина только дает женщине, да, либо он ее просто высасывает просто... весь энергетический потенциал. То же самое касается и наших родителей. У нас практически так всегда. То есть либо родители нас подсасывают, мы все должны, либо они просто в жертву уходят до конца жизни. Поэтому здесь очень важен баланс. Баланс, баланс, баланс и баланс. Итак, мои дорогие, мы заканчиваем наше путешествие. Еще раз я вам предлагаю, под этой видео красная кнопочка, красную кнопочку вы заходите, открываете сайт, выбираете там способ платежа, там рассрочка по карте, PayPal, и мы с вами уже увидимся. Завтра у нас очень важный день истины, день Творца, день существования здесь нас как тело через аватар, день Духа, поэтому, пожалуйста, приходите, я буду безумно рада, в 12 часов, опять же, приглашайте всех-всех, кого вы чувствуете, что ему это нужно, действительно, очень много, если вы чувствуете честного, наполненного, абсолютно дарящего контента, забирайте, применяйте 5 пунктов, да, 5 пунктов эмоции и чувства, выход из состояния жертвы, никто не виноват, да, богатые тоже плачут, выход из семьи на время и брать-отдавать, 5 пунктов. И еще раз вас приглашаю на свою программу «Влюбись в себя снова», 21 день, для вас скидка специально, мои хорошие, и подарки, это Международный клуб «Женщина Радуга», доступ, и вот такая потрясающая луночка, я ее очень-очень люблю, такая она трогательная, нежная, она символизирует как раз тот самый баланс, точку сборки в сердце, серебряное ручное украшение, оно приходит еще в таком пакетике красивом, льняном, там много лаванды, и еще один даже дарится подарок, такой большой, куда можно уже, подарок-пакетик тоже льняной, куда можно положить все, что угодно, вообще какую-то косметику, там носочки, трусики и так далее. Поэтому все для вас, мы очень любим подарки, пересматривайте, может быть, еще первый день, может быть, еще это захотите пересмотреться, приглашайте всех, если на какие-то вопросы я не ответила, то, пожалуйста, вот зеленая кнопочка под этим видео, красная кнопка, это перейти на сайт, открывайте, заключайте контракт со Вселенной, заключайте контракт с собой, уже можно, уже пора, уже все, у нас просто эра Водолея, она способствует нашему развитию, она способствует нашему объединению и открытию сердца. Я преданный вам человек, душа, дух, с любовью, радугой, Катя Платко. Обнимаю. Пока. До завтра.